Доброе утро всем. У нас сегодня красавица Майла. Майла, такая задумчивая девушка, приехала к нам на плановую операцию. Операция по стерилизации. Майла была уже мамой, были кесарево сечение, были определенные осложнения. И вот владельцы в дальнейшем приняли решение, чтобы Майла была здоровая, поэтому приняли такое важное решение, чтобы ее стерилизовать. Ох, Майла, Майла. Мы ей сделали уже седативный препарат, и она входит в состояние релакса. Поэтому сегодня у нас Майла и Майлина история. Поэтому присаживайтесь поудобнее, смотрите Майлину историю с удовольствием. Майла уже в предоперационной комнате. Уже мы поставили катетер, делали премедикацию, подготовили ее к наркозу и шагаем в сторону основной процедуры – операции. Поэтому держим кулачки. Майла уже на операционном столе, уже в полном наркозе, спит, как будто смотрит. В реальности она смотрит сладкие сны. Почему? Потому что собаки глаза не закрывают и кажется, что смотрит, наблюдает, а в реальности в полном сне. Поэтому идем вперед, и продолжение истории следует. Майла уже спит. Наша операция подошла к концу. Майла ее перенесла легко, я бы сказал просто. Все прошло так, как планировали. Теперь Майлу перенесем в послеоперационный бокс, сделаем ей капельницу и наберем владельцев, хозяйку Ирину, расскажем, что все прошло хорошо, чтобы больше не переживала. А то, как сказала утром Ирина, всю ночь не спала. Сегодня будет спать вместе с Майлом дома, и все будет хорошо. Поэтому идем вперед, и снова продолжение следует. Майла в послеоперационном боксе просыпается. Наша Майла пришла в себя. Вышла с наркоза, прошло порядка 5 часов, и вот такая вот красавица уже хочет выйти. Но Майла вот такая вот. Как вроде ничего не бывало. Сейчас возьмем ее на ручки и пойдем навстречу хозяйке. Мы с Майлой уже идем навстречу владельцам. И на этом наша история заканчивается. А завтра будет новое. Поэтому тот, кто наблюдает за нашими историями, присаживайтесь завтра поудобнее и смотрите наши новые истории.